Ихлас. Это едва ли не самая короткая сура из тех, которые содержатся в конце Корана. Она ниспослана пророку, саллаллаху алейхи вассалам, в Мекке. Но если сура Ясин – сердце Корана, то эта сура – его душа. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам, сказал, «Кто прочитает Ихлас один раз, тот удостоится столько вознаграждения, сколько удостоились все правоверные, уверовавшие в Аллаха, его ангелов, его священные книги и его пророков. Также столько, сколько вознаграждения удостоились 100 шахидов, павших за веру на поле брани». Если верующий мусульманин после утреннего намаза 100 раз прочитает суру Ихлас, в этот день ему будут записаны вознаграждения 50 правоверных. К тому, кто после утреннего намаза 11 раз прочитает суру Ихлас, весь этот день шайтан не приблизится, сколько бы ни прилагал усилий. Того, кто до отхода ко сну прочитает суры Фатиха и Ихлас, обойдут все дурные дела, кроме смерти. Того, кто перед тем, как войти в дом, прочитает суру Ихлас, минует бедность. Пророк, саллаллаху алейхи вассалам, сказал о суре Ихлас. «Клянусь Аллахом, в чьих руках моя жизнь, чтение этой суры равносильно чтению всего Корана». بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد